Красно, Одесса, тренер Сергей Олег. Внимание на экран. Здравствуйте, с вами команда «Сладкий завтрак», город Одесса. И наш звездный наставник Сергей Олег. И мы очень довольны нашим тренером. На самом деле мы думали, что будут проблемы на репетициях в связи с его возрастом. Но он всего лишь два раза принимал карвалол. «Сладкий завтрак». Ребята стильные, ребята уверенные, ребята дерзкие. Это серьезный противник. В юморе не первый год. И тут я вспомнил. Я же умею готовить. Конечно же, сладкий завтрак. Привет, зритель! Первая команда из города Одесса в 1/8. Реально волнуемся. Ну что, команда, поехали! Команда. Вы никого не забыли? Да нет. Да нет, все нормально. Этим вечером хотелось бы... Хипстерня, вы тренера забыли. Я не понял, это что, вы без меня собрались танцевать? Не, Сергей, просто мы так подумали, вы как футбольный клуб «Черноморец». Это как? Вы можете в любой момент развалиться. Ты что, намекаешь на мой возраст? Не-не, ну это же не мы во время репетиции на заборке в домино играем. Так это было один раз, хватит? Хватит-то оно хватит, но это не за нас репетицию два раза прекращали, потому что у кого-то давление высокое. Давление? Я тебе сейчас покажу давление. Претензий больше нет. Так, все, пацаны, я иду, а то собес закроется. Не понял. Шучу. Сергей, стойте, вы авоську забыли. Идиот. Пока Сергей ищет свою молодость. Я все слышу. Мы начинаем. Приятного аппетита. Все знают, что футбольный клуб «Днепро» прошел финал Лиги Европы. Итак, давайте посмотрим на то, что происходило в раздевалке после матча. Селезнёв, ты как умудрился гол забить, а? Чё и головой своей? Да мужики, извините, но не хотел я. Последний раз головой только с Ильо сдавал. И вообще, я не виноват. Все бежали, и я бежал. А там спотыкнулся, упал, очнулся, гол. Ну простите. Да ладно вы, ты перед тренером пойди и извинись. Чего-то я буду перед ним извиняться. Я вообще-то гол забил. Ты что, не знаешь? Ты не знаешь! Вообще-то он квартиру на победу Наполи поставил. Иди извиняйся! Ай! Мало кто знает, но в новую полицию начали набирать студентов. Давайте посмотрим на самый первый такой патруль. Что, пацаны, давайте знакомиться. Вася, Агарка. Саша, политех. Вася, Агарка. Паша, Юрка. Так Паша чи Юрка? Ой, колхоз, Юрка. Ну что, давай рассказывай, как ты сюда попал? Да приехал поступать в политех, мне сказали, чтобы поступить многому не надо. И что, поступил? Нет. А ты что тут? Як це чо? Тут взагалі-то форму халявно видають. І що? А в чому я, по-твоєму, Ширяєву буду свадьби вести? Стой! Стой! Дай-ка я! А ну стоять і слишком! О, Господи, да я договорюсь! Я з прокурором договорюсь! З мером договорюсь! Я що з ним не договорюсь? Барсіка, ну бігом слід тіла. Ти знаєш, що мій отець, а? А ну, син, одіть ти! Я з сусідки порчу зняв? Я що, кота з дерева не зніму? Мастер-клас! Последній раз показую.
свого дать. І велик? Ні, велик я не там, я там тільки раму покрасив. Ладно, согласитесь, пацани, поліція це не наша. Ну, этим заниматься должны спеціально обученные люди, да? Ну що, пацани, завтра в пожарку. Що гониш? Родители актрис, которые снимались в передаче «Голые и смешные», общаются с Сергеем Оликом. Давайте посмотрим на это зрелище. Ну вы понимаете... Сережа, я, конечно, хотел, чтобы моя дочка врачом была, но не по телевизору же это показывают. Это у вас ласки есть. Ну я же... Фигня передача. Актеры никакие! И глянет гладь всех болот и всех тесней. И засвистит весной над перенаю. Ты запоешь своим тоской, летя во тьму один. Вы знаете, кого вы пьете? Ну, у меня лучшее актерское агентство. У меня сам 95-й квартал тренировался. Давайте посмотрим. И глянет мгла из всех болот и всех тесней. И засвистит веселый круг над перенаю. Ну да, согласна. Только у меня есть один маленький вопрос. Как вы так быстро с них одежду срываете? Так там все просто. Две маленькие липучки, ниточка, так дергаешь. Все. Да. Где ты? А я платье своей жены к трактору привязал. 2 часа ее по полю таскала, пока соляра не закончилась. Вот это понимаю, белорусский трикотаж. Нет, вы ничего не понимаете. Так я вам сейчас покажу. Починил, можно я уйду? Спасибо, Валера, иди уже. И в конце хотелось бы поблагодарить нашего тренера. Сергей, на ваших передачах столько людей выросло. Если по секрету, даже мы немножко. Вы знаете, я вырос, потому что я ел сладкий завтрак. Перед вами выступал шоумен Сергей Олег! Команда «Сладкий завтрак». Спасибо. Никуда не уходим, ребята, остаемся, остаемся на месте. Давайте поаплодируем. Первым всегда сложно, тяжело. Не, ну мне легко. Тебе да. У тебя же это не первое. Смотрите, прежде чем мы начнем дальше нашу игру, маленькое лирическое отступление. Вот этому молодому, чернявому, стройному, в голубом, в штанах, он сегодня вот выступает на сцене, прыгает, танцует, раздевается, делает все что угодно. На самом деле в субботу, всего лишь в субботу, 16 мая, ему исполнилось 50 лет. И мы очень хотим от имени Сергей играет роли в еврейском театре Бейт-Гранд. Просто повезло. Им да, и тебе да, всем да. И вот к 50 годам наконец-то он дожился до цветов на сцене Русского академического театра. Ваши аплодисменты! Это лирическое вступление, а мы переходим к игре. Рассказываю, как сейчас будет происходить. У нас выступает 6 команд.
6. С тренерами. В ложах. Вот здесь у нас свет в ложе есть. В ту ложу дайте, пожалуйста, свет. У нас там сидит 5 тренеров. Вот. Мы вам даем 30 секунд на то, чтобы вы приняли решение. Вам встать и собой дать команде балл. Или не встать и таким образом не дать балл. Команда, которая наберет 5 баллов, то есть на которую встанут все 5 членов жюри, автоматически проходит в 1/4. Те, кто не наберут 5 баллов, еще будут играть батл. Поэтому правила понятны? Зал, я спрашиваю. Принимайте активнее участие. Итак, Сергей Олег. 50 лет все-таки человеку, да? Поехали! Вы что, часов не видели? Сергей Середа. Серега. Уважение к старшим, я так понимаю. Ну что? И самое приятное, что я всех знаю. Я знаю вас по имена. И ты знаешь, где они живут? Валерий Славский. 2 балла. Что-то у нас правая ложа. Левая. Александр Андросов, 3 балла. Сладкий завтрак, Одесса. Есть. 3 балла получает первая Сергей Олег и команда «Сладкий завтрак». А, смотрите, фабрикант встала, 4. Не-не-не-не-не. У тебя уже зрение слабое. Сережа, она встала и ушла. Это первое выступление в нашей лиге, из которой ушла даже фабрикант. Давайте поаплодируем этой команде Сергею. Они были первыми, им было тяжело, сложно, но они это сделали. Спасибо, ребята.